Восторг и аплодисменты. На сцене театра имени Максима Горького премьера. Спектакль «Мастер и Маргарита», поставленный по одноименному роману Булгакова, откроет театральный сезон во Владивостоке. По словам организаторов, начинать новый сезон такой значимой постановкой – большая радость не только для труппы, но и для зрителей, не имевших возможности посещать театр из-за коронавируса. Спектакль – наименование, желаемое для любого человека в этой стране. Я думаю, что и в других странах, закрытых коронавирусом. Я думаю, что для каждого из нас это своего рода источник, родник. Для кого-то это Библия. Режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий. Костюмами и основной постановкой занялись приглашенные мастера из Москвы. Как считает постановщик-хореограф Ксения Лисанская, в произведении слова сочетались с танцем, поэтому было изначально ясно, как должны двигаться персонажи и как должно меняться пространство. На балу достаточно подробно описано, в какой момент они танцуют синхронно, в какой момент как-то меняется пространство вокруг Воланда, когда он появляется на Патриарших. Я согласна с Ефимом Семеновичем абсолютно, что это бесконечное произведение, и невозможно его ни в двух часах, ни в нескольких предложениях, конечно же, как-то сформулировать. У всех это роман, наверное, ощущений, да, и у всех свои ощущения от этого. И я могу сказать, что с огромным уважением и осторожностью все к этому материалу подошли. И действительно, спектакль очень добрый получился. Роль Воланда исполнит народный артист России Владимир Сергеяков. Супружеская пара Валентин и Валерия Запорожец сыграют на сцене отношения мастера и Маргариты. Еще один народный артист Александр Славский воплотит образ Понтия Пилата. Отметим, что «Мастер и Маргарита» – культовый роман Михаила Булгакова, который не один раз ставили на сцене, по нему снимали кино, поэты черпали из него вдохновение. Творение писателя до сих пор заставляет исследователей находить новые детали. Напомним, театральный сезон начнется 25 сентября, премьера спектакля по роману Михаила Булгакова. Олег Завьялов, Кирилл Самойлов. Новости на Восьмом.